Всем привет! Много у меня было разных колонок от Ronsmart на обзоре, но наушники впервые. Это новинка от Ronsmart, беспроводная гарнитура Soundfi R4, недорогие, но достойные наушники с интересным классным звучанием. Приходят в небольшой коробке с брендовой расцветкой Ronsmart. В комплекте все по стандарту, сами наушники, сменные амбушюры, зарядка Type-C и макулатура. Кейс выглядит красиво, мне пришел в кремовом цвете, есть еще и в черном. Кому интересно, вот полные характеристики наушников и кейса. Вот некоторые из них. Батарея кейса 400 мАч, наушников 35 мАч в каждом, работают по версии Bluetooth 5.3. Как показывает практика, наушники с такими характеристиками будут работать долго, и заряжать их нужно совсем не часто. Проработают на одном заряде они 7 часов прослушивания музыки на 50% громкости, а с кейсом 28 часов. Зарядить их полностью можно за 3 часа. Сам кейс не всегда удобно открывать из-за своей овальной формы, хотя может просто нужно привыкнуть. Первое подключение происходит вручную, дальше все автоматически. Оба наушника могут использоваться автономно, все по стандарту. Управление музыкой осуществляется по касаниям. Через приложение модель не работает, поэтому есть только предустановленные режимы, но управление простое. Одно касание – это начало или окончание воспроизведения музыки, двойное касание – это следующая композиция, тройное касание – это предыдущая композиция, одно касание по левому наушнику – это начать разговор, два касания по левому наушнику – это окончание разговора, удержание в течение 3 секунд правого наушника – это отклонить входящий вызов, и удержание в течение 2 секунд правого наушника – вызов голосового ассистента. По звучанию за свою небольшую цену, то они отличные, особенно кто любит бас. Не только мне при тесте показалось, что у наушников завышенные басы. Слова в песне отчетливо слышны и звучание более-менее чистое, но вот басы прям явно выражены. Если вам по душе басовитый звук, при котором отчетливо слышны и средние частоты, то вам понравится звучание. Можно решить нюанс с басами, если вы не слишком их любите, через эквалайзер, и тоже будет отличный звук уже на другой вкус. Кстати, в ушах сидят наушники хорошо, не выпадают. Я вообще не любитель подобных наушников из-за того, что они плохо держатся в ушах. Но в последнее время у меня на обзоре экземпляры, которые мне нравятся своей эргономикой. Они не выпадают, удобно держатся в ухе. И что самое главное, после прослушивания музыки уши не болят. Ronsmart Soundfi R4 в их числе. Кейс, возможно, не идеален по эргономике из-за своей округлой и глянцевой формы, но это, думаю, дело привычки. Кстати, лично я бы рекомендовал заказывать в данном кремовом цвете, так как отпечатков не видно. В черном цвете допускаю, что могут быть видны отпечатки, хотя я не проверял. Если подытожить, то Ronsmart Soundfi R4 – это отличные наушники за свой ценник. Стильный дизайн, хорошие характеристики, долгое звучание и классный басовитый звук. До того еще и в ушах сидят комфортно. Пишите, через какие наушники вы сейчас слушаете музыку и как вам они. Я лично постоянно сижу в больших наушниках, так называемых лопухах, больше их предпочитаю, но и эти неплохие. А вы какие постоянно носите? Дайте знать в комментариях, мне интересно. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся!